Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. Во вторник в Самарской области пасмурно, местами пройдет небольшой дождь, температура днем плюс 3, плюс 5, ночью 0, плюс 1 градус. Ветер преимущественно северный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, утром дождь, днем плюс 5 градусов, в темное время суток плюс 1. Северный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти тучи, возможен дождь, днем плюс 5, ночью нулевая температура, северный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой дождь. В дневное время плюс 5, ночью 0 градусов. Ветер северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 51%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.